Девушка, вы комсомолка? Да как-то не пришлось. Прыгнуть с парашютом желаете? Нет, я по земле хожу. Это у нас Валерий Павлович в небо рвется. Правда? Пойдемте, товарищ, пойдемте. Поможем Красной Армии. Девушка, вы тоже. Пойдемте, будет интересно. Павлик, Павлик. Еще 7 человек. Молодец. Ух, чертяха, я тебя искала. Это вот моя жена, Лида. Моя правая рука. Лида. Валерий сказал. Вот, моя правая рука. А ваша девушка не будет прыгать? Марго, ты куда? Марго, подожди. Подождите. Марго. Вот это мне все 23. Павел Игнатьевич, а зачем Лиде уезжать? Оставьте, мы вместе все посмотрим испытания. Ну, ей лучше все-таки в деревню отдохнуть, набраться сил. Так, берите ребенка и в машину. Пойдем, детка, пойдем. Пойдем, детка. Ну, то что, то что? Тебе же нельзя. Паша, Паша, я придумал, как зацепить. Тебе же нужно доказать, что твоя техника надежна на все 100. Ну да. А вот если пилот не боится за жену, это доказывает, что техника абсолютно надежна. То есть? Ольга завтра прыгнет вместе со всеми, без подготовки. Ну, парашют мы сегодня подгоним, и завтра она прыгнет. А Ольга, это я? Ну да, конечно. Ну как? Очень смешно. Лёля, ну куда ты пошла? Домой. Игорёк, может, проснулся, кормить надо. Ты стал очень грубо шутить. Лёля, я не шутил, Лёля, это же Паша. Еще глупее. Ну ты понимаешь, о чем я говорю? Подожди, сейчас я ее уговорю. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Подумай. Павлик, послушай, давай я прыгну. У меня все-таки уже больше десятка прыжков. Лида, ты с ума сошла, ни в коем случае. Ну, Павлик. Так я сказал нет. Ну, послушай, ничего не случится. У меня же только 4-й месяц. Тебе же нельзя. Но ведь я же понимаю, что твое изобретение – это тоже твой ребенок. Но это необходимо для тебя. Необходимо для дела, для Родины. Лида. Да не бойся, все будет хорошо. Лида, Лида, Лидочка. Шоколад, Лидочка. Мама, мама, поехали. Езжайте без меня. А Веточка, я приеду послезавтра, хорошо? Да, моя хорошая. Ну, езжайте. Товарищ нарком военмор СССР, разрешите обратиться? Что еще? Разрешите отлучиться поговорить с женой? А я держу отлучить. Так, а что жена тут делает? Режимный объект. Так прыгает он, как все. А не жалко жену-то? Или такая, что не жалко, а? Да нет, жена любимая, у нас дочь Вета. Ну я абсолютно спокоен, парашюты надежные. Я бы сам прыгнул. Да товарищ Алксис не разрешил. Да? Ну давай, иди, обними жену. Дело нужное. Ну ты как? Все будет хорошо, не волнуйся. Ну давай. Паша, Паша, ну может не так скоро? Ну что, ну ты что, да, быстрее? Ну одышка. Сейчас, уже пришли. О! Валер! Ты что, всех гостей зашибешь? Так, все, хватит. Едем праздновать на природу. Валер, какие, пошли, какие черти на тебе покатались, а? Ты тоже хорош, вот ты скажи мне на милость. Ну, скажи. Лида, Лида, что случилось? Лида, 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 Лида,